После окончания средней школы я сразу понял, что нужно идти в этот техникум. Ну, потому что и идти недалеко, мне дома получается. Ездить никуда не надо. Вот, вышел, пришел. Ну, я изначально хотел на автомеханику, но понял, что это не мое. Вот, и решил все-таки сюда пойти. Профессию сварщика Егор Кулагин осваивает в филиале Волховского многопрофильного техникума, который находится в городе Сестрой. Выпускники 9 классов обучения по специальности проходят за 1 год 10 месяцев. Одновременно с профессией студенты получают и полное среднее образование. Иногородним предоставляется общежитие. В техникуме действует политика мер социальной поддержки подростков из многодетных семей и других льготных категорий. Квалификационные навыки учащиеся техникума отрабатывают на практических занятиях, во время которых занимаются соединением металлических конструкций, деталей, изделий разного вида, состава, предназначения и уровня сложности. Ведь в будущей работе сварщик не должен допускать ошибки, так как они могут привести к катастрофическим последствиям. В нашем техникуме проводится практика 2 раза в год. Получается, у нас есть все необходимые для этого условия, все, значит, принадлежности для этого, то есть щитки, электроды, места, то есть место работы, то есть все для этого, все, что нужно, есть спецодежда, форма. Вот, преподаватели очень хорошие, прекрасные, которые все объясняют, техники безопасности обучают изначально, то есть все показывают, все рассказывают, чтобы, не дай бог, ничего не случилось. Вот, после этого мы приходим, мы одеваемся во всю нашу форму, обмундирование, так скажем, и приходим сюда уже работать. Значит, мы работаем по нашим рабочим местам, кабинкам. У нас там есть все, значит, приборы, все, на чем мы работаем. И мастера нас обучают уже сварке. То есть что, как, дают задания, металл, с которым мы работаем, электроды, и, то есть, дают какие-то задания, обучают нас. Все, конечно, с первого раза не получается. Вот. Ну, потихонечку учимся. В настоящее время профессия сварщика является одной из самых востребованных в строительной сфере. В условиях нехватки рабочего персонала эти специалисты на особом счету, потому что сварочные работы требуются почти на каждом производстве, а молодых мастеров очень мало. Обычно выпускникам училищ не приходится долго искать работу. Сварщиков даже без опыта принимают в частные организации, жилищно-коммунальные хозяйства. С приобретением опыта молодым специалистам уже поручаются более ответственные дела и работы в промышленности и на стройках. В новом учебном году, кроме профессии сварщик, сестройская площадка Волховского многопрофильного техникума предлагает выпускникам школ получить специальность «социальный работник». На базе 9 классов обучение продлится 2 года 10 месяцев. В дальнейшем, в зависимости от специализации, представители этой профессии смогут работать в органах социальной защиты и помощи населению, а также в социальном фонде и центрах труда и занятости. Приемная комиссия сестройского филиала Волховского многопрофильного техникума начнет работу с 10 июня. По адресу город Сестрой, улица Центр, дом 13, педагоги ждут выпускников 9 классов. Люди очень мало интересуются рабочими специальностями, а ведь за ними будущее. И, возможно, это твой шанс получить любимую профессию.